Конечно, государство на это влияет, насколько оправданы те законы. Государство может влиять только через принятие каких-то законов и их исполнение. Ну вот, мне мои друзья из Соединенных Штатов, курящие люди, говорили: ну мы не верили, что государство примет этот закон и что, главное, его будут исполнять. Ну, не исполняли, вначале курили где-то, но на сегодняшний день курить в Соединенных Штатах считается аморально, непрестижно. А аморально, потому что ты портишь здоровье рядом находящихся людей. Вот в чем аморальность. Ты укорачиваешь их жизнь, получая удовольствие от этого. А прошло, ну, лет 12 всего лишь. Вот за 12 лет абсолютно изменилась мораль в той стране. Как это делается у нас? У нас тоже был принят закон, чтобы люди не курили. Но мне кажется, что никто не объяснил моральную сторону этого закона. В основном этот закон как-то и звучит странно, и вот здесь бы средства массовой информации, вот эти вот заместители начальников по воспитательной работе, им бы и проявить свою сообразительность и объяснить, для чего это делается. Я курящий. Это тебе говорит человек, который курящий и который страдает от того, что где-то нельзя курить. Но я видел одну замечательную штуку, когда я почувствовал себя ущербным. Это было в аэропорту Хитроу в Лондоне. Хитроу, там, знаешь, как сделано? Вот обычно, ну, у нас уже нигде нельзя курить, а тогда в аэропортах наших давалась какая-то отдельная, прокуренная, вонючая комната, где люди стояли, и дверь надо было закрыть. Они все время открывали, чтоб дым, потому что никакой вытяжки, ничего. Вот. Но их никто нам не курили, выходили. В Хитрово, в центре зала, такой манеж, закрытый прозрачным стеклом, в котором стоят скамеечки, стулья, и сидят курящие, как в зоопарке, как будто бы в клетке. Все остальные проходят, пьют кофе, покупают какие-то вещи, то есть проходит какая-то жизнь, и вот сидят идиоты, на которых все смотрят. Ну, курит, но это ж, это какие-то изгои. Я, который хотел закурить, потому что до этого летел 4 часа, без сигареты я хотел, но я почувствовал себя каким-то ущербным, каким-то больным, что боятся заразиться, если я кому-то прикоснусь. И я быстро-быстро погасил сигарету и вышел туда, к цивилизованным людям, пить кофе, потом посмотрел на таких, как я, потому что сидел. Они все хорошо одеты, все благополучно выглядят, но в этом была какая-то страшная ущербность. Англичане придумали, как вывести в другую мораль вот этих отдельных в центре зала находящихся людей. А потом, знаешь, у нас идет такой спектакль, он называется «Прокурорская притча». Я там играю судью, и мне кажется, в словах судьи есть ответ на тот вопрос, который ты задал. Сейчас он звучит так. Господь изначально соединил законность и справедливость в единое целое, а человек это все разъединяет. А потом тот же человек возмущается, почему законы у нас не работают. А они никогда не работают и не будут работать в безнравственном обществе. Не будут работать, пока у человека не откроются внутренние очи совести его, и он не станет говорить правду. Вот, мне кажется, в этих словах написал эту пьесу Александр Звягинцев. Мне кажется, есть ответ на то, о чем мы с тобой сейчас говорим. А нравственность общества, она зависит от действий государства или нет? Вот, собственно, о чем тоже хотелось бы говорить. Мы говорим, да, что законы будут исполняться тогда, когда будет нравственное общество, да? А государство должно сделать это нравственное общество, или общество самостоятельно должно, вне зависимости от государства, поднять свой нравственный уровень? Как это? Понимаешь? За счет чего? Это мы с тобой с этого начали. Когда человек верит в то государство, в котором он живет, когда он знает, что он под его защитой не от каких-то якобы каких-то врагов, непонятно где находящихся, а тех, с которыми у человека конфликт вот здесь и сейчас, и зная свою правоту, он ничего не может сделать и доказать, потому что с его точки зрения государству на него наплевать. О какой морали может идти речь? Понимаешь, какие-то умные люди говорят, что мораль начинается в семье, что маленьких детей воспитывают на той морали, на которой стоят сами родители, как они поступают, но почему-то пропускают один очень важный момент. Родители живут в государстве. И вот какие моральные принципы были у маленьких детей, я сейчас говорю о себе, когда был маленький, когда на кухне родители говорили об одном, а на пионерском собрании мы говорили о другом. Но мы же не выросли моральными уродами, понимаешь? Мне кажется, что в человеке в самом заложено, что есть морально и аморально. Это есть совесть. И у большинства людей эта совесть существует, она болит. И только собственным насилием ты можешь ее затоптать, заставить уснуть, тогда, когда понимаешь, что а все равно государство меня бессовестного защитит, потому что я ловко обманул совестливого. А вот когда я буду знать, что я бессовестный, и все мои поступки направлены против совестливого человека, и я за это отвечу, вот тогда начинается воспитание той морали, о которой мы все говорим и которой недостает в нашем обществе. А если все прям, все вышесказанное в этом ответе сублимировать в одну фразу, как это будет звучать? Ты просто... Надеешься, что я Лев Толстой. Это только, наверное, ему удавалось как-то такие вещи определять. Для того, чтобы повысить нравственность общества, нужно вызвать доверие государству. Да, у него? Понимаешь, вот в этой же пьесе, ты надо же, смотри, как пьеса пригодилась, когда можно пользоваться не своими мозгами, а текстом своих персонажей. Там есть очень простой совет. Если правды не можешь добиться, поступай по совести. А добиться правды в нашем обществе сегодня, да и не только сегодня, я думаю, это большая проблема.